Показать полицию, так сказать, человеческим лицом, а точнее лицами. Именно такую задачу ставила перед собой команда телеканала «Регион» в самом начале работы над документальным фильмом. Создатели этого проекта решили, он будет не только о становлении и развитии самого ведомства, но и о реальных героях, профессии которых назывались по-разному, а работа была одной – обеспечивать безопасность оренбуржцев. Авторы документального фильма буквально рассказали истории десятков героев в форме. От загадочного ротмистра Щербачева, который служил в самом начале 19 века, до известного каждому сержанта Данила Максудова. Правда, для такой истории потребовалась огромная труппа. В фильме сыграли более 20 актеров, непрофессиональных. Лицедействовать взялись действующие сотрудники полиции. В свободное от работы время полицейские, не жалея себя, дубль за дублем вживались в образы. Говорят, было интересно. И нам, команде региона, тоже, хотя бы нашим реквизиторам. Ведь для того, чтобы показать полицию во всей красе и в трех веках, пришлось искать огромное количество вещей и вещиц из прошлого. Начиная от костюмов, письменных приборов, заканчивая раритетным автомобилем «Победа». Эту красавицу специально привозили к месту съемок на эвакуаторе и увозили на нем же. Ведь это почти музейный экспонат. Впрочем, истинно музейного в фильме истории оренбургской полиции тоже много. Думаю, достаточно сказать, что боевые сцены снимались прямо в экспозициях музеев, среди драгоценных предметов. И ничего, обошлось без потерь. Но, пожалуй, самое главное, что нам все-таки удалось рассказать о полиции то, чего о ней почти не знает большинство оренбуржцев. И нам очень хочется надеяться, что этот фильм поможет зрителям совсем иначе взглянуть на ведомство, которое нас бережет. Ну а узнать и увидеть историю оренбургской полиции можно в эфире нашего телеканала или на нашем сайте 56nv.ru.